Лук автоми. Это же корчевник. Итак, у нас передача шоу «Готовьтесь сами», «Готовьтесь, как мы», и вообще готовьтесь, будьте готовы. Мы взяли такую вот цептеровскую утятницу, но утки у нас нет. Кстати, во дворе утки тоже выходят, уже осень, мы в Ярославле. Сейчас мы жарим лук. Это у нас будет, наверное, такой плов, интуитивный плов, я бы назвал его. Да, скорее всего, интуитивный плов. Помажоре. Сегодня такой помажорный день, хотя лил дождь, пасмурно. Это был рис. Рис. Так. Отлично. Сейчас еще лучок жарится. И мы будем кидать мяско. У нас начинаются самые такие важные моменты. Мы должны облагородить, так сказать, это хозяйство. Так, куркунам еще рано. Это что у нас такое? Булочка. Булочка нам не надо. Во-первых, нам надо соль. На подоконник. Где подоконник? А, вот. Баночки, да? Ага. Отлично. Закрываем баночку. Перчик у нас есть? Угу. Перчик. Shodana, shodana,
себе такая фраза: вам крылышки из говядины или из свинины? Как она в голове? Крылышки куриные из говядины, да, или свинины, или бараньи? И народ начинает задумываться. Казалось бы, парадокс, да? Мы все знаем, что куриные крылышки не из курицы. А я вот предлагаю такой вариант. Крылышки куриные из чего сделаны? Из баранины? Из какого мяса? Эта идея пришла... Кошерные или нет? Да, ну кошерные это ладно, но вот в жизни мы часто соединяем несоединимые вещи, казалось бы, и они начинают нас двигать каким-то новым... Они начинают открывать нас, открывать наше мышление, открывать наше сознание к совершенно вхождению новых и каких-то вещей, которые мы до сих пор не понимали, не видели. Вот такая парадоксальная фраза, потому что она... Что делает? Она раскладывает дуальность перед вами. Крылышки куриные из говядины. И когда вы посмотрите, что начинает делать в это время ваш ум, просто обалдеете. А вот ваш плов, кстати. Вот. Вы едите в нем помидоры? Это не помидоры. Это куриные попки, покрасневшие от удовольствия. Переспросил даже, видишь. Чего не скажет сонная женщина? Не говори.